Уважаемые гости, здравствуйте, здравствуйте всем! Весны вам радостной и нежной, счастливых дней и розовой мечты. Пусть дарит март вам, даже снежный, свои улыбки и цветы. Самый первый весенний праздник – это, конечно же, 8 марта. Праздник милых женщин. Бабушек. Девушек. Девчонок. Всех волшебниц, которым всегда мужчины пели песни, серенады. Здравствуйте, дорогие мои девчонки, дорогие наши сотрудники, уважаемые женщины, дорогие наши гости, от всей души примите от меня лично и от всего нашего коллектива поздравления, ну, в самом прекрасном, наверное, празднике. Но в первую очередь хочется поздравить, несмотря на то, что праздник общий девчонок и взрослых, все-таки взрослых. Уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить за ваш труд, за то, что вы отдаете себя без остатка нашим детям, за то, что наши дети для вас, ну, как свои, за то, что вы не жалеете ни душевных, ни физических сил. Дай Бог вам здоровья и личного счастья. Спасибо! Сегодня, в этот день, покуда команда Александра состоит в основном из женской части, мы бы хотели эту женскую часть тоже поздравить. Давайте еще раз поаплодируем. Здорово, команда, гостей! Поздравляю вас с самым долгожданным, самым солнечным, самым теплым праздником в году. С днем 8 марта. Директор благотворительного фонда «Звезды детям». Алла Александровна Травина, исполнительный директор этого благотворительного фонда «Звезды детям». И сегодня у нас в гостях приятно, можно так на каждое 8 марта приезжать. С большим удовольствием я хочу всем-всем-всем нашим девчонкам, ну и мальчишкам на зависть представить гостью Юлию Ионину. Она королева мира 2014. Президент фонда «Красота и милосердие». Вместе с Юлией у нас сегодня в гостях менеджер социальных проектов этого фонда «Красота и милосердие» Ольга Филатова. Сегодня у нас в гостях дизайнер, художник по костюмам Алина Герман. Я президент благотворительного фонда «Красота и милосердие». У меня большая честь сегодня быть здесь. Спасибо огромное нашим коллегам из фонда Александра Киржакова, что нас пригласили сюда. Я на самом деле в таком диком восторге. Вообще такие все красивые преподаватели, и дети, и девочки. Просто потрясающие. Счастья вам, улыбок, море цветов, позитива. Я очень хочу поблагодарить Милану и фонд Александра Киржакова, потому что они делают огромное дело не только для вас. В принципе, дело, которое они делают, оно огромное. Я со своей стороны могу сказать только одно, что каждая женщина, которая здесь сегодня находится, должна не только сегодня помнить о том, насколько много сил у нее внутри и насколько много возможностей таится в каждой из вас. И девочкам, которые только еще растут и которые будут выпускаться, мы приготовили один сюрприз, но могу сказать только одно. Нет ничего сильнее на свете, чем ваше желание и ваша внутренняя сила. Я желаю на 8 марта колоссальной уверенности в себе и ощущения себя как настоящей большой и сильной женщины. И поздравляю всех, вы правда делаете огромное дело, дай Бог всем такие сердца. Если такие сердца будут здесь, значит они будут по всему миру, и все рано или поздно наладится. Большое спасибо за дело, которое вы делаете. Дама, которая уже в расцвете сил, которая уже мудрая, им хочется пожелать, конечно, в первую очередь терпения, здоровья, сил и, главное, здоровья, терпения и сил и мудрости их близким, которые
понимают, какой труд вы несете, выполняете, сколько любви, заботы вы должны отдавать своим младшим детям, которые находятся в этом доме. Ну и юным барышням, конечно, очень хочется пожелать, чтобы все их мечты сбывались. Хочется пожелать, чтобы они нашли творческие профессии в своей жизни, те, кто немножечко постарше. Те, кто совсем юные наши барышни, будут еще продолжать обучаться, чтобы они тоже нашли то занятие, которое им, казалось бы, оказалось по душе, и стремились бы, и добивались той мечты, которую они хотят воплотить в эту жизнь. Ну и, конечно, всем хочется пожелать большого здоровья. Так, корзина пустая, показываем жюри. Нет, да. Нет, а что это? Это не стекло. Это не стекло. Так, буква. Где у нас? Небо. У вас буква. Не-не-не-не, вот. Вот, а вот так слово читает. А у кого лишняя буква в слове, делают шаг назад просто. То, что определяют с помощью безмена взвешивания. Вес. Правильно, вес. Так, пятый элемент вперед немножко успел. Мы видим. 2-1. Примитивное строение на четырех столбиках, сверху крыша. На вес, правильно. На вес, бегаем, бегаем, быстрее. Вес. Ну и кто подскажет нам знаменитое озеро в Армении? Севан. Пробуйте, пожалуйста. Давай, Маланя. Зовут меня тетя Маша, всем привет. Хожу тут посылки разношу. И людям, и зверям, белочкам, орешки, зайчикам, морковку. Ой, что только не посылают почты России. А кто тут у вас главный? Вам тоже посылка пришла. Кто главный, подойдите, распишитесь, пожалуйста. Спасибо большое. Еще автограф получила. Посылочку вам прислал театр «Праздник» 8 марта сказку. Смотрите. Ну все. Коли дед придет с уловом, приглашай на рыбку нас. Ну, мать твою, она будет здорова. Что на ужин ночью раз? Облудовка лиса сидела под елочкой и все слышала. Жестоко мне. Не боюсь я мороза. Важно выбрать для деда эффектную позу. Прилягу так. Нет. Так, наверное. А лучше так. Недостоверно. Поперек пути лиса. Вот везучий я мужик, да? Даром что второй стальник. Подберу лесу и к шубе будет бабе воротник. Умолчи, кудри, умолчи, руси, ты никому их не расчесал.
мой! Я устал, я подчекаю! Кума! Волк! Ты вышел из ума? Так подкрался незаметно. Команде «Пятый элемент». И заслуженные тогда награды нашим победительницам. Сейчас уже вы видите, как можно просто и быстро преобразить девочку и дать ей возможность почувствовать себя по-настоящему по-королевски. Я со своей стороны готова исполнить мечту одной вашей выпускницы в этом году, потому что выпускается только одна девочка в 11 классе. Я хотела бы ее узнать, кто она. Ты? Вот Руфа даже. Да, потрясающая красота девочка, сразу обратила на внимание. Я хочу сделать тебе подарок и выполнить желание твоей мечты на выпускной бал. Но ты должна мне обещать, что ты поднимешь уровень своих оценок к этому вечеру. И журналисты возьмем на себя и туфли, и образ, и платье твоей мечты. Все подготовим, у нас будут примерки, это будет очень интересная и невероятная сказка. Ура! Спасибо вам, Марина! А, все, поняла. Мы вот сейчас здесь подрядчую девочку. У меня давно была идея, просто так получилось, что с реализацией пришлось нужно потерпеть, так как у меня сразу родилось очень много детей за 3 года, за 2 года. А кто, мальчик? У меня там мальчик и девочка. Старший Роман, а младший девочка, когда женщина становится мамой, материнский инстинкт, да, он и побудил создание благотворительного фонда для того, чтобы помогать им поддерживать тех детей, которые будут родители. Я бы хотела пожелать всем мамам, наверное, всегда оставаться позитивными, всегда позитивно смотреть на этот мир, тогда сохранится и красота, и здоровье, и все будет получаться.